Всем приветики! 30 ноября, ранняя рань, время 6 утра, я проснулась пол шестого. И наши предыдущие квартиросъемщики, которые напротив нас снимают квартиру, уходили на работу без 15:07. Эти же квартиросъемщики, я первый раз сегодня услышала, в 6 утра уходят на работу. Тоже в ранние пташечки, да? Мы зуем, зуем! Девки, слушай, сегодня в хорошем настроении. Хайка тоже. Всяких он вкусняшек им с утра насыпала. Че, у меня сегодня дружная, да? Дружная, дружелюбная. Ладно, все, собираюсь уже. Скоро мне выходить надо. Хая. Хайка, какая же ты позитивная. Девчулька, игрулька. Каждое утро проезжаю мимо дома родителей и всегда смотрю в мамино окошко, папино окошко на ту сторону, мамино на эту. Вот сейчас тоже посмотрела, все хорошо, свет не горит и мамулька, значит, спит. Завтра 1 декабря, у нас такой насыщенный декабрь. Так, 3-го Андрюхи день рождения, 15 декабря у меня, 6-го, по-моему, у Анютки на работе. 9-го, опять же, если не ошибаюсь в этих всех датах, у Лорика. Так, кого пропустила? У Коли 19 декабря. У директора 29 число. Ну, наверное, это не все. Это все те, кто в первую очередь пришли на память. Декабрь у нас на праздники, вернее, на дни рождения очень богат. Приехала на работу, еще никого нет. А возле склада уже автобусы. Кажись, это... Те, кого называют цыгане, но мне кажется, они не цыгане. Они все-таки или армяне, или азербайджане. Цыгане, они немножко другие. Сейчас он подойдет, я не знаю, будет видно или нет. Вот как на ваше мнение, кто он по национальности? Заявочки. Набирает сало. Где-то они торгуют салом, я про них уже рассказывала, на ярмарках. И продают это сало, как будто они сами вырастили этих свиней. И потом выносят на рынок, якобы. Так, пожалуйста, прикладывайте карту. Все, по карте прошло, наличка 3681. Все, да? Нет, не все накладные, я вам отдам сдачу, подождите. И теперь все. Пожалуйста. Мне сейчас не посмотреть, не знаю, было видно или нет. Ну, как по мне, это не цыгане. Приехала опять эта вторичка, опять орет с утра. Короче, уже кинулась на директора, а? Идиотина. Ну, ходит. Это у всех нормально, у вас только тут дрочило в кабле. Кино. Заявку на молочку делает Игорь. Я могу передать до... Какого числа вы собираете заявку на молочку? В среду. Вот в эту среду напиши мне одна штука. А следующую... Творог вишня на воскресенье. Понедельник. Короче, хотела забрать чужую творожную массу, которая пришла под заказ. Мальчишки, конечно, и не дали. Вот сегодня почему скандал образовался. Правильно кто-то написал мне в комментариях. Приезжают к нам на склад. Так, Брауншвейгская. Сервелат СК Снежана 5. Брауншвейгская 5. Брауншвейгская 5. Московская 5. Сырокопченая. Московская 5. Хорошо. Только что было, не так. Свет. Я им просто передаю заявку, Свет, все, вот это, я не знаю, будет, не будет, что я говорила. А, приезжает, подпитывается энергией, как вампир, во. Кто-то мне написал, это правда, но не от меня. У меня иммунитет на таких. Расписаться. Классно. До свидания.
Я работаю в перерывах, как обычно, вяжу. Это уже голова для директора. Это голова бычка. И, как обычно, ничего пока не понятно. Целый день меня рубит. Что-то я ни разу не выспалась. Вчера легли поздно, пока Колю с работы дождалась, пока поел, пока улеглись. Встала, как знаете, рано, 5:30. Просто целый день у меня падает голова. Я уже на подъезде к дому, кручу в голове, что надо купить в магазине, что надо сделать, придя домой, что приготовить. Уже мысли от работы отошли и перевернулись в другое русло. Я дома. Как же я люблю свой дом. В каком дурдоме мы жили раньше, по крайней мере, последние 2 года. И как же хорошо сейчас. Приходишь, занимайся своими делами. Голова ни о чем не болит. Сам себе хозяин. Пришел, делай, что хочешь. За последние 2 года, о которых я говорю, у меня ужасно расшатались нервы. Все знают, кто у меня давно на канале, что у меня были бессонницы. Я спала по 3-4 часа в сутки, и мне этого хватало. Я не засыпала даже днем, я не могла уснуть вечером. Я утром просыпалась, я не чувствовала себя не выспавшейся. Я чувствовала себя, как бы сказать, не то чтобы, ну просто обычно я себя чувствовала. И не отдохнувшая, и не уставшая, просто обычный человек. Я была вся на нервах. Здесь, в этой квартире, я потихоньку пришла в себя, потихоньку расслабилась, стало все хорошо. И ту жизнь, которая была там, я вспоминаю как страшный сон. Потому что приходишь домой, не знаешь, что тебя ждет. Потому что утром встаешь, выходишь там на кухню или заходишь в ту же ванну, не знаешь, кто тебя там ждет. Я уже говорила, что вдаваться в подробности я не буду. Но то, как мы жили последние эти 2 года, многие наши знакомые знают и без интернета, и без моих видео. И всегда, приходя теперь домой, я ловлю себя на мысли, как же я люблю свой дом, свою квартиру. И Коля меня также поддерживает. Чем я занялась в первую очередь? Поставила стирать машинку, потом залила ванну там средством от грибка. Постоянно темнеют вот эти вот стыки. Ванну саму средством для ванны. Коля постоянно таскает сюда коптильню. Видите, ржавчина? Это от этой коптильни. Не могу ничем сейчас ее свести. Пробовала белизной, пробовала пемолюксом. Чем я только не терла. Надо, видимо, специально средство от ржавчины. Надо посмотреть, вот что у меня есть. Если нет, то надо купить и наругать Колю, чтобы он здесь, если моет, либо сразу убирает, потому что она стекает, потом ржавеет, сутки стоит, естественно, потом пятно получается. Либо пусть ставит в тазик, не знаю, что-нибудь делает, пусть. Также убрала все с раковины, все здесь залила. Сейчас все откиснет, смою, протру кафель. Еще у меня киснет плита. Еще я дальше буду жарить камбалу, потом сделаю маме печенюшки. Печенюшки будут по рецепту Наташи, она пекла для мамы эти печеньки в воскресенье, не в это, по-моему, позато. И мама потихоньку их ела. Ей они понравились, для желудка подошли. Мамы очень мало чего идет, какая еда для нее, печеньки ей пошли. Поэтому папа попросил, во вчерашнем видео я это говорила, я взяла у Наташи рецептик и буду пробовать петь печенье. Итак, с ванной я закончила. Сегодня занималась только раковиной, самой ванной и кафелем. Пол, все остальное буду мыть потом. Не сегодня, по крайней мере. Все, победила я даже ржавчину. Взяла Доместос или Доместос, я не знаю, как правильно. Единственное, там пятнышко осталось, но оно ототрется. Остальное все Доместос мне помог сделать. Водрузила все на свои привычные места. Чистенько, хорошо, стерильно. Пошла на кухню. Я занялась печеньками, не знаю, что получится, что сюда идет. Я делала двойную пропорцию из того, что мне написала Наташа. Что у меня здесь есть? 120 грамм сливочного масла мягкого. Туда добавила 6 столовых ложек сахара. Все перетерла. Затем 2 яйца. Потом 260 грамм муки с 2 чайными ложками разрыхлителя. И затем очистила 4 яблочка от кожуры. Порезала вон на кубики. Серединку выкинула. И все это перемешала. Теперь эту массу надо ложкой выкладывать на лист. И готовить в духовке. Сейчас я это сделаю, очень волнуюсь и очень хочется, чтобы у меня получилось. Потому что это у меня впервые, я имею в виду, это печенье. Ну вот такие вот плюхи получились. Пускай идут в духовку, посмотрим, что из них дальше получится. Печеньки готовы, все получилось. Вкусные, нежные, мягкие. Видите, я от одной половинку отрезала, попробовала, все мне понравилось. Поэтому здорово, я очень рада.
Последние заключительные новости. Варю суп с фрикадельками. Здесь у меня будет овощное рагу для меня и для папульки. Эта комбалёшка останется дома, эта комбалёшка пойдет к папульке. Эти печенька пойдут к мамульке, эти печенька останутся дома. Я бы с радостью отдала маме все, но хотя бы съела это. Если ей понравится, если будет есть дальше, могу испечь, привезти, принести, только на здоровье. Так что так, буду заканчивать с готовкой, буду ждать Колю с работы. Вам скажу всем пока, всех люблю и, конечно же, до новых видео.